Так, ребятки, всем привет, с вами Дава Дым. И сегодня мы находимся в городе Алма-Ата в магазине Ротана Шоп. Это новая точка, которая открылась в городе по адресу проспект Достык, 162, корпус 4. Более подробная информация об этом магазине, конечно же, в описании. Но давайте не будем отвлекаться и вернемся, наверное, к самому главному продукту. Это Блейз от компании Danger. Кто не в курсе, что такое компания Danger, я вам сейчас вкратце и расскажу. Это ребята, которые сделали Malaysian Tobacco и Malaysian Mix. Собственно, мы их уже все знаем, все уже пробовали, вы видели их на выставках и так далее. Теперь давайте разберем, что же такое Blaze. У меня здесь есть вот такие вот пачечки, у меня было два бокса. Один бокс я полностью прокурил, скурил. И у меня осталась еще целая котлетка. То, что можно будет показать на обзоре в запечатанном виде. Так вот, что хочу сказать про сам продукт, о моих ощущениях, когда я это все прокуривал. Именно что касается технических моментов, да. Смотрите, есть линейка Malaysian Mix, а есть Blaze. И кто думал, что Blaze это табачное сырье, можете вырубать видео, но не забудьте перед этим поставить лайк и можете уходить. А кому интересен продукт на чайной основе, то оставайтесь, потому что здесь есть интересные моменты. Так вот, по порядочку. Первое, что в Blaze идет и зеленый, и черный чай. Ну, то есть основа, да? А в миксе идет просто вроде черный чай. Но не разувайте варежку. Не думайте, что ебать, зеленый чай, красный чай, охуенно, будет охуительно чувствоваться. Нет, это лишь только на бумаге выглядит красиво, на деле же ты это никак не прочувствуешь, никак не поймешь. То есть, ну, курица и курица. Теперь, что касается самих аромок. В принципе, здесь аромки те же самые, что и на Malaysian Mix. В принципе, большой разницы именно в самой аромке я не заметил, но... Большая разница в ассортименте вкусов. Если Malaysian Mix был более основанный на вкусах фруктов, ягод и каких-то моновкусов, то Blaze, получается, идет, как у нас сейчас принято, как у нас сейчас модно, миксовая линеечка Blaze. То есть здесь все в основном идет в миксах, есть необычные вкусы, типа пирога, потом... томат с базиликом, потому что я его выкурил, что в этом боксе, что в том боксе, потому что вкус мне очень понравился. Ну, любителям именно гастрономии вкус зайдет. Также, по принтам здесь тоже супер-супер, то есть они настолько сочные, что ты испытываешь просто дикий визуальный оргазм, и тебе просто охота это скурить, только потому что пачки выглядят очень круто. По цене дешево. В районе 200-250, где-то посередине рублей за пачечку в 50 грамм. Так, давайте теперь попробуем все это раскурить. Чашечка у нас очень долго греется, и я потихонечку вам расскажу о технических характеристиках, как все это курится, курится у любителей табака, и как это будет куриться у любителей чайных смесей. По дымности очень круто. Что касается самого восприятия первой тяги, первых вот этих минут курения, то он здесь курится немного лучше, чем линейка Mix. Теперь, что касается самого чая. Чай ты ярко не чувствуешь ни в каком из проявлений, но все равно чайная основа дает о себе знать и немного портит впечатление о продукте. Что касается вкусов, то не все вкусы здесь максимально крутые. Что касается ягодных миксов вкусов, то здесь у ребят не очень круто получилось, потому что они не такие яркие, какие-то необычные. Да, Tropical Joy, то есть все остальные вкусы, пироги, лимонные пироги, маракуйя, гуава у ребят получилось просто очень-очень здорово. А вот ягодки не зашли. Что касается крепости, то вы можете просто написать в комментариях «ха-ха, классика». Потому что крепости здесь, в принципе, никакой нет. Хотя, если перегревать чашку, как я дома пробовал, то Blaze сделанный так, что когда ты куришь Blaze, ты не чувствуешь, что здесь должен быть чай. Ну, в теории так.
Потому что здесь идет добавление вот этого жидкого никотина, и в принципе получается, что основа чайная, но тебя все равно накуривает, и какая-то крепость есть. Но для меня лично здесь крепости нет никакой, но при этом для многих людей, кто не очень курит крепкое, то Блейз зайдет в самый раз, как по аромке, так и по самому курению. И самое главное, это типа же не табак, это же чай. И продукт также не подвергается официальному акцизированию. Финалочку скажу, что по дымности все окей, цена очень дешевая за продукт. А курица в целом спорно. Для любителей табака, крепких кальянов, продукт не подойдет вообще никак. Но если оттуда брать какие-то определенные аромки и смешивать их уже с самим продуктом, грубо другой компании, либо с Malaysian Tobacco, то будет в самый раз. Теперь, что касается минусов, также заключу, да, все в одну пачку. Ягодные вкусы получились не очень. По крепости тоже получилось так себе, хотелось чего-то большего, потому что Blaze характеризирует себя как чайная основа, но не отличишь от табачного листа. Минусов здесь меньше, чем самих плюсов. Поэтому я, наверное, поставлю Blaze общую оценочку, наверное, баллов 7, а даже баллов 6. 6, потому что это чай, и чай я просто ненавижу. За что остальные 6 баллов? За дымность, за аромку, за дизайн, наверное, большее количество баллов. Ну и, конечно же, за саму цену, которая очень сильно выравнивает его среди других конкурентов. Поэтому, ребяточки, это Blaze от компании Danger. Это Алма-Ата и магазин Ротана, который находится по адресу проспект Достык, 162, корпус 4. Вся информация о продукте и прочее в ссылочке. Так что пока-пока. С первым закончили.